Продовжуємо в прямому ефірі. Третя частина «Корисні поради». Сьогодні поговоримо про сукулентне. Це такі кімнатні розправді рослинки. Єдине, що хочу зазначити, це величезна група багаторічних вічно-зелених рослин різних родів. Об'єднує їх те, що всі вони запасають воду в листочках і стебла. Їх латинська назва «сукулентус» так і перекладається – «соковитий». А місця їх природного проживання – це пустелі Центральної, Південної Америки, Африки і острова Мадагаскар. Умови зростання – недолік вологі, а є надлишок сонячного світла. Наше завдання в домашніх умовах – створити схожу середу на власному підвіконні. Головне – не переплутати ці дві фактори між собою. Без яскравого світла сукуленти не будуть не те, що цвісти, але й нормально розвиватися. Влітку рослини добре почуваються на балконі під прямими сонячними променями. Під впливом світла малюнок на листі стає яскравішим, проявляється і додаткове забарвлення. Отже, як в домашніх умовах створити умови, які наближеними до природних умов для того, щоб ваші сукуленти, а це кактуси, алоа, ми зараз перерахуємо, що це за рослини, щоб вони довго тішили ваше око і були здоровими рослинами. Будьте з нами, ми розпочинаємо. Вероніка Яковлева, викладач Академії флористики, практикуючий флорист, сьогодні у нас у студії 223-09-71. А ви любите, коли до нас приходить Вероніка, тому що у вас велика кількість запитань до неї. Алоє обговорюємо, зараз перерахую, щоб ви знали. Можна з усіма питаннями, але дивіться. Алоє. Ми сьогодні обговорюємо товстянку, грошове дерево, це ще називається, і заміокулькас, це доларове дерево. Хоча можете і про кактуси, все-все. Тільки давайте, будь ласка, одразу 223-09-71. Вероніка, вас рада бачити. Здравствуйте, взаємно, дуже рада вас видіти. Я хочу, щоб оператори, по-перше, близенько це все показали. Розкажіть, а що є у цій композиції? Вообще, на самом деле, суккуленты – это очень интересные растения. Mm-hmm. И делать с ними можно всякие очень разные композиции. Мы вот сейчас поговорим об этом. Mm-hmm. Значит, прежде всего, хотела сказать, что такое суккуленты, как бы именно mm-hmm. в домашнем уходе. То есть те люди, у которых нет времени смотреть за цветами, но которые очень любят, чтобы были хорошие зеленые mm-hmm. подоконники, это как раз растения для них. Особенно денежные деньги, дерево, замиокулькас или долларовое, как его называют, дерево. То есть это те растения, вот как вы правильно озвучили, то есть это очень мясистый стебель и очень мясистые такие листья, иногда вместо листьев колючки. На самом деле эти растения растут довольно медленно, они абсолютно не мусорят, ну вот как бы вот те цветы, которые цветут, с них много, вот когда они отцветают, много мусора, mm-hmm. за ними очень много mm-hmm. ухода. То есть практически ухода за ними нету. Это цветы, как бы верблюды, скажем так, они набирают влагу, потом очень долго и долго-долго-долго ее отдают. Самое важное, им много света, поменьше полива, и ваши растения будут вас очень долго радовать. Правда, я очень скажу, хорошо, что раз можно уже вынести, их давно было на балкон. Конечно. Чем ярче для угу. них солнце и открытое солнце, тем они лучше угу. растут. Очень, вот я здесь специально сделала, там, такого, так красиво, да, сделала несколько такую вот композицию. Зробила, Вероника, да. На самом деле, у всех суккулентных, у них очень мелкая корневая система, то есть буквально она очень плоская. И выращивать их можно в самых различных покажите плошках. Покажите ближе, будь ласка, композицию. Мы же показываем рослы. Розкажіть, будь ласка, да. де, а ми будемо розказати, ну, здесь от є несколько видів. Я спеціально взяла несколько різних видів суккулентів для того, щоб вот розказати віддельно mm-hmm. о кожному, як за яким ухаживати. Ну, от, мабуть, самий такий необычний, вот такі от палочки, це вид молочая. Ну, це mm-hmm. не тот молочай, який в народі називають, це mm-hmm. іменно вид суккулентів. Він потім розростається вот такими сегментами і падає красивою куртиною mm-hmm. вниз. Це дуже замечательно. Зараз огромний вибір різних суккулентов. И вот, смотрите, они продаются совершенно в малюпусеньких горшочечках. Сейчас я его отсюда достану. Mm-hmm. Вот такая крохотулечка. Им больше и не надо. Даже и это горшочек довольно большой. В принципе, можно абсолютно в таких вот плошечках сажать mm-hmm. их, плоских, потому что корневая система очень плоская. Здесь два вида кактусов. Да, видно. Кактус – это вообще особый разговор. И если человек начинает любить кактус, то он становится кактусоводом. Вот, кстати, очень интересно. Интересные бывают выставки кактусов, и люди, которые увлекаются кактусами, они вам расскажут массу интересных историй. Кактусы есть нескольких разных видов. Вот здесь вот два вида кактуса. Вот такие вот кактусы растут очень медленно. Есть кактусы, которые растут... Да? Да, маленькие mm-hmm. такой. Они растут, бывают и по 300 лет, бывают и по 100 лет. Поэтому не удивляйтесь, что они такие долго-долго сидят маленькие. Очень важно, когда вы покупаете кактусы, смотреть, чтобы они были чистые. Иногда бывают вот здесь вот видно, такая вот желтые прожилочки. Угу. Это было или остановка в росте, или чем-то придавленной. Смотрите, чтобы ваше растение было здоровое.
Значит, растение должно сидеть в очень тесном горшке. Это обязательное условие. Тогда оно не будет тратить силы на развитие корневой системы и больше отдавать на развитие внешней части. Вот здесь такой небольшой кактус. Это из серии опунцевых. Они очень быстро растут, эти кактусы растут буквально за несколько лет, но может таким лохматым деревом вырастать. И есть еще вот люди, людям нравится, кто называет зайчики плоские, круглые. Вот, но что здесь, какая сложность? Здесь надо быть очень аккуратно с этими колючками. Они практически не видны. Вот даже я пока устанавливала вот сюда вот в перчатках. Ты их не видала, его на колючках. Да, такое впечатление, что оно даже вот как плюется этими, такие вот они мелкие-мелкие, они пушистые, вытащить их из рук очень сложно. Серьезно? Поэтому лучше работать с этими кактусами с пинцетом. Они очень благодарны, они так хорошо растут, они так развиваются. Так, а це да. Что такие красивые листовые? А прямо? Вот, это, ну, как в народе называют, тещин язык. Или сенсиеверия. В принципе, красиво. В ботаническом... Сенсиеверия? Сенсиеверия, да. Вот есть такие длинные, очень многих. Это очень красивое растение. Его очень хорошо, когда его очень много сидит в горшке. Тогда оно выглядит шикарно. Кстати, это растение растет абсолютно в самых неприхотливых условиях. То есть вы можете ставить эти растения, смело уезжать в отпуск, смело о них забывать, потом иногда вспоминать. У вас подоконник всегда будет зеленый. Никогда ничего падать, никаких листьев не будет. И, в общем, это подоконник... Ну, сюда же относится и алоэ, правильно? Замиокулькас, это все действительно, этих подвидов очень много. Кстати, сенсиеверия спорный вопрос. То ли это относится к суккулентам, то ли не относится, потому что ботанический вид такой вот немножечко. Куди ви постійно на початку блоку зникаєте? 223-09-71. Чи це вас так реклама дратує? Я вас десь розумію. Але ми ж потім повертаємося. Це прямий ефір, кімнатні рослини. Це ж та тема, яку ви просто обожнюєте. Я сьогодні вже до вас просто мільйон разів зверталася з проханням телефонувати. Кактуси, зам'якулька, стещен язик. А, будь ласка, малочай, але малочай не плутаємо той, що використовується у фітотерапії. У них очень давайте много телефонуйте. В разных видах. Грошове дерево, доларове дерево, все що завгодно. А от ви говорите, ну, тобто вони не потребують такого суттєвого догляду, вибачте, да. Як інші, як, наприклад, та сама орхідея чи бігонія, так? Да. Але от ці сукуленти можуть вже хворіти все одно? Ну, конечно. Правда, будь-яка рослина може очень хворіти. Дуже часто, особливо кактуси, при неправильному уході, при пониженій температурі, при лишньому поливі, вони починають або загнівати знутрі, або боліти, або, в общем, як-то совершенно взяти і висохнути повністю. От він, вроді би, особливо от такі толстенькі кактуси, от він, вроді би, такой вот есть, а потом так прикоснешься к нему, он раздувается. То есть он изначально, да. А что, он встречает довольно... выходит все, что внутреннего? Оно просто как бы выгорает, там, или какой-то инфекция съедается. Ну, в общем, есть у них такие, они иногда бывают, многие не любят кактусы, потому что бывает за ними сложный уход. Некоторые кактусы очень редко цветут, но невероятно красиво. Да, такие бывают. И уже когда зацветает кактус, то это уже событие, конечно, дома очень... такое значительное, потому что очень эффектные, огромные цветы у них. Вот этот кактус, например, цветет вот здесь вот опушечкой, такой мелкими-мелкими цветочками. Питочками, да? Да. Но тоже их миллионы видов. А потом у него появляются такие яркие, вот еще не, он еще маленький, яркие такие, как плодики красненькие торчат, тоже очень эффектно смотрится. То есть тот, кто любит вот такие вот мелкие композиции, главное, что их можно делать очень красиво. Любая плоская, вот буквально вот такой вот высоты можно плошечку делать. Вот, и совмещать что-то более высокое, что-то более низкое. Единственное, что нежелательно ставить, скажем, замиокулькас и долларовое дерево, потому что это деревья очень большие разрастаются с такими мелкими кактусами, потому что то есть, можно насаживать несколько растений в один горшок, это иногда они очень благодарны друг другу бывают, что нижний цветок прикрывает как бы почву, а цветок, который сверху, это очень любит, например, там фикус очень любит, когда к ним подсаживают цветы, но кактусы любят, чтобы у них у каждого был свой отдельный горшочек, тогда они себя хорошо ведут. Да. Нас едут звонивать, говорить. Добрый день. Добрый день. А подскажите, пожалуйста, вот мне подарили бегонию, магазин нам там в грунте или там какой-то субстант. Нам было несколько цветков и бутонов. Потом эти бутоны расцвели, и те начали теперь
коричневые и отпадают. Засохли. Это или полив плохой, или что. Я еще его не пересаживала. Что с ним делать? Бегония, да. Далі чекаємо дзвінки, далі 223-081. Да, бегония, дело в том, что может быть просто бегония очень любит обильный полив, но обязательно должна земля пересыхать перед поливом, ну, между поливами. И бегония очень любит солнце и обязательно ветер. Кстати, кактусы тоже любят хороший ветер, да. То есть проветривать помещение надо, застойный воздух они не любят. Хотя вот сенсиеверия любят застойный воздух. То есть если в комнате душно, ставьте сенсиеверию, она будет очень хорошо вам расти, просто шикарно. Иногда бывает в хороших условиях она плохо растет, а когда душно в помещении, она растет шикарно. То есть каждый цветок приспосабливается к каким-то своим веяниям. Бегония, кстати, совершенно противоположный цветок кактусам. Если она очень требовательная в уходе, в поливе, в свете, то это как раз такие растения, которые вот... Кстати, очень хорошее растение для озеленения офисов. Особенно вот замяку. Нет, вот именно суккуленты. То есть то, что они не требуют полива, то, что с них как бы не падают отсвечшие цветы, там листья и так далее. Особенно хорош в этом плане замяк улькас. Он растет медленно, но горшки, кстати, им тоже нужны тесные, но выглядит он царственно, достойно и в офисах очень хорошо выглядит. Чтобы завершить тему бегонии, бо у нас інше там. Ну, вона просто відцвіла і все. Да, ну, правильно, це логічно. Они же циклично цветут. Вообще, не переживайте, це... Это как долгоиграющий букет, скажем так, такие цветущие. Еду дзвонювач знову, говори, будь ласка. Добрий день. Добрий день. У мене таке питання. Говоріть. Таке питання. Я посадила за мою кулькас, от він півроку у мене сидить і не хоче не давати ніяких признаків життя. Може, я щось неправильно роблю йому? Ну, во-первых, замиокулькас не любит большие горшки. А во-вторых, он такой немножечко тугодум. Он действительно может сидеть полгода. А что вы хотели? Долларовое дерево. Таке відбулося в країні з гривнею, з доларом. Звичайно, воно не хоче, вибачте, як ви сказали, не хоче... Подавати ознаки життя ніякі. Да, они растут очень медленно. Листья, те, что уже есть листья, они очень увеличиваются в размере. Он может долго-долго-долго сидеть, и потом в какой-то момент он очень сильно пойдет в рост. Да. А это абсолютно точно нормально для доларом? Цветков. Роками да. Нормально тримався курс, и після того за кілька тижнів, за місяці, бачите, як стрибну. Тут така сама історія, да, може... Да. И он даст новые росточки, они будут вырастать. Но растет он тоже довольно медленно, в общем-то. Нету такого, как вот, скажем, фикусы, раз, и вот он весь позеленел и вырос. Нет, там выползает один росточек, вот он долго-долго растет, потом увеличивается в размере, поэтому это абсолютно нормально. Может быть, попробовать переставить его на более яркий подоконник или там более тесный. Ну, если вы уже дали много земли, просто, может быть, немножко снять верхнего слоя, потому что и не поливать. То есть, как минимум, там неделю земля должна быть очень сухая в долларовом дереве для того, чтобы там замякуль, потому что там внутри такие вот кулечки есть у него, которые накапливают влагу. И если их залить, то он будет просто долго болеть, пока он не отрастет там внутреннюю корневую систему, а потом уже будет сверху давать ростки. Знову еду дзвонювач, говори, будь ласка. Здравствуйте. Добрый день. Будьте добры, меня интересует такой вопрос. Какие домашние растения вырабатывают больше кислорода? Вот какие лучше посадить дома и не очень прихотливые? Хлорофитум. Правильно, да. Это я хлорофитум. Я пам'ятаю цю рослину, вона навіть куріння, якщо курять, то вона досить гарно... Фікуси, хлорофитумы такі, у которых очень много зелені. Ну, в основному, это, конечно, рекордсмен хлорофитум. Фікус, хлорофитум, це гарно, да, такі дві рослинки. Фікус очень хорошо на своих листьях как бы адсорбирует все выделяющиеся какие-то плохие вещества, может быть, с кухни, может быть, с мебели, еще что-то там, то, что заходит в форточку. А фикус, извините, хлорофитум просто вырабатывает много хлорофита. То есть он очень много кислорода дает из-за этого. Еще чекаем ваши звонки, попереду... 8 хвилин ще, 8-9. Давайте, будь ласка, скажіть, а кактуси, вони якось збагачують кислород?
Ну, ніяк, да? Ну, я розумію. Ні, да, это кактусоводы, они очень любят, они могут рассказывать историю каждого кактуса. Ведь каждый кактус по-своему развивается. Есть даже клубы любителей, ну, как бы этих кактусоводов. Они настолько интересные люди, они увлечены. Ведь у кактусов есть совершенно фантастические формы. Они же есть многоцветные, многослойные. Они очень красивые. Так красиво можуть квітки, да, квіти давати. Да, конечно, они сложны, но если вы один-два раза вот поняли, разобрали с одним-двумя цветами, как они растут, то вы становитесь, конечно, поклонниками кактусов, и они очень благодарны, и, в общем, очень интересный подоконник, потому что такое разнообразие кактусов нет больше как бы ни у одного другого да? вида. Да. Знову я додзвонюваю, говорить. Алло. Добрый день. Алло, добрый день. Дивися, будь ласка, це вони кімнатні рослини, звісно, в нас на огороді сортіні, такі красиві були, так звичайно, це не сама сортіння, а я купляла. І оце... Ми вас не розуміємо, зупиняємося ще раз, будь ласка, дуже прошу, що у вас на лоджії було, ми не зрозуміли. Сортіння, сортіння, вона дуже красиво цвіла, розумієте, сіні. А це три букети такі, і вони просто б'яну, що їм не хватає. Угу. Сурфиния, ну это как петунья, только ампельного вида. Но сурфиния, во-первых, у нее должна быть постоянно влажная почва. И с каждым абсолютно поливом, вот каждый вечер вы поливаете, или лучше каждое утро, обязательно надо малую дозу давать удобрений, потому что цветет цветок очень обильно, ему надо где-то брать питательные вещества, поэтому с каждым поливом, если хотите, чтобы у вас вот такая красивая куртина падала, с горшка, то обязательно надо удобрять. Без удобрения толка не будет. И добрый. Полив, да, чтобы оно ни в коем случае не пересыхало сильно почву. Потому что один росточек, цветов очень много. Естественно, развитие растения надо постоянно поддерживать. Это немножечко хлопотно, это невероятно красиво, но это хлопотно. Так, еще додзвонювач, говори, будь ласка, вы в прямом эфире. Добрый день. Добрый день. У меня вопрос к Веронике. Вероника, скажите, пожалуйста, какие лучше всего растения размещать на кухне? Лучше всего какие? Нету такого, чтобы на кухне что-то там... Ну, во-первых, хлорофит он поглощает, фикусы, прекрасно фиалки себя ведут на кухне. То есть это зависит от того, какой солнечный свет падает у вас на кухне. Я не думаю, что, скажем... Редко бывает, что сейчас такое, вот мы же белье уже не вывариваем, как вот в советские времена, когда вываривали белье и стоял на кухне чат, и была высокая влажность. Тогда все тропические растения, пожалуйста, и то тоже перепады. Сейчас же такого нет, стиралки прекрасно справляются со всеми этими испарениями. Вот, поэтому особенно климат между кухней и иногда бывает чуть жарче. Ну, в общем-то, каждый цветок приспосабливается, смотря какое освещение. Если кухня темная, ну, вот бывает так, что не попадает свет, то хороши фиалки. Прекрасно они себя ведут на кухне. А вот, хороши вот любые тоже, как бы, там, сансеверии, денежное дерево. Вот, кстати, замиокульку и денежное дерево, они прекрасно выдерживают. Что темные углы, что светлый подоконник, в этом плане прекрасные растения. Если кактусам нужны солнце, солнечко. То эти, да, они себя великолепно ведут. То есть все, какие растения вы любите, вы прекрасно можете ставить. Ну уж, если там растение болеет, попробуйте переставить. Сейчас это... Так, скільки часу залишається, дуже хотілося б, щоб це були саме 5 хвилин. Є додзвонювач, говоріть, після того ще встигнемо кілька дзвінків. Говоріть, будь ласка. У мене питання про заміокулькас. Скажіть, будь ласка, чому нові ростки заміокулькаса жовтіють? Старі залишаються зеленим, а нові жовтіють і попадають. Значит, цветок болеет или он залит, то есть он болеет, да. Подсушите как следует цветочек. Его надо хорошо подсушить, попробовать, может быть, так уже будет. Если... Наскільки важливо, як правильно все-таки поливати, правда? Будь-яку да, рослину? Да, вот есть такие вот два цветка стоят, фикус надо там через день летом поливать, а этот можно спокойно раз в месяц поливать. И главное, это не спутать, и драцены надо часто поливать. И если будет просто правильный режим полива, то есть каждый выбирает для себя. Хотите играться, хотите там себе сделать оранжерею, повысить влажность в квартире, вы берете цветы, которые с большой листовой
травой кроной, которая испаряет много влаги, которую надо часто поливать. Если вам некогда играться, но вам хочется красивую иметь дома зеленую такую галерею сделать, и подоконники, и балконы, то, пожалуйста, добро пожаловать в мир суккулентов. Так, чтобы стыдно, еще не дозвонилась, говори, будь ласка, прошу. Добрый день. Два вопроса по замикулькусу и денежному дереву. Вот вы говорите, что у них равные условия содержания. Но у меня пропадает замикулькус, а денежное дерево прекрасно растет. В одинаковой земле, в одинаковых подоконниках. И по поводу солнечной стороны. Денежное дерево на солнечной стороне у меня в квартире погибает. А на просто на умеренной, где нету солнца, подоконники, живет прекрасно. И третий вопрос. На денежном дереве появляется периодически такие засохшие как бы листики перламутрового цвета. Я постоянно снимаю, что это. Спасибо большое. Боже, скільки запитань. Кіндер-сюрприз, розумієте? Три в одному, три запитання в одному. Молодець, задзвонювачка. В кожній кімнаті поставила грушове дерево. Ще б треба було запитати, чи якось дійсно є ота прикмета, що якщо є такі рослини в квартирі, що і грошей. Кстати, ніколи не замічала, що зеленіве дереже приносило деньги. Але така справа. Вот ви праві, що треба вот приспосабливать растения. Какой-то подоконник нравится, где-то больше перепады температуры, где-то меньше. Не любит денежное дерево ваше солнышко, пожалуйста, ставьте его в тень, потому что, в принципе, это тропическое дерево, которое любит солнце. Где лучше цветку, там пусть он растет. Ну, а если белый налет на листах, это, возможно, какой-то вид или тли, или гнили. Очень сложно так сказать. Это уже надо лечить цветок. Или просто, ну, вот взять листочек, прийти в магазин, ну, да, и спросить, что это может быть. Потому что так вот определить очень сложно. Скільки часу залишилось до кінця ефіру? І, будь ласка, якщо є час... Є, беріть дзвіночок, будь ласка, Іриночка, редактор, беріть дзвіночок, ми послухаємо ще додзвонювача. Так, але таку красиву композицію зробили. В принципі, так теж гарно виглядає, правда? Прекрасно вони себе чувствують. Єдине, що коли там час настане поливати, дістали... Да. Легенько полили, тому що не забувайте. Его, в принципе, можно так вот длинным носиком чуть-чуть полить, сюди, и все, да. Или просто действительно достать. Можно вот мхом обработать, можно положить там керамзит, в общем-то, все, что вам угодно, и будет очень эффектно смотреться. Є додзвонювач, останній дзвінок на цю частину, прошу говорить. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, у мене запитання також по заміокулькусу. Я купила дуже гарну рослину в магазині. І вона мене трошки побула, її купила, спитала, який потрібно ґрунт, пересадила її в горщик. І я її просто залила. Потім я її розібрала, виняла з цього горщика, розібрала, і там картоплини ці вже були якби такі пов'явші, вже як почали гнисти. Хворі рослини я викинула, а здорові, які залишилися, я порізала їх по сегментам, і ці сегментики я посадила окремо кожен в одноразовий стаканчик. Тоді вони мене дали знову ж ці картоплини, і я їх посадила в трошки більші горшечки, такі малесенькі. І вони в мене сидять уже рік, і вони, тобто картоплини ці є, вони здорові, там через якийсь раз перевіряють, через деякий час, але вони не ростуть абсолютно. А, ну це вже було подібне звертання. Ми зрозуміли вас, дякуємо. Ну, что можно сказать? Вот пусть растение сидит, оно наращивает корневую систему. Оно у вас очень серьезно переболело. Оно перенесло огромный стресс, когда вы его делили. Хорошо, что оно у вас прижилось, поэтому меньше его трогайте, оставьте его в покое, пусть оно еще посидит. Если ему понравится и там здоровая корневая система, то он у вас обязательно даст рост. Долларовое дерево – очень благодарное дерево, очень красивое, но оно просто... Просто медленно. Дуже рада вас була сьогодні бачити. До зустрічі. Обов'язково побачимося вже після ефірних канікул. Красиво зробили композицію, дуже класно. А у нас у студії була Вероніка Яковлева, викладач Академії флористики, практикуючий флорист. Ну що, ми цю частину завершимо, передамо слово нашій інформаційній редакції. Попереду для всіх вас новини і новини спорту. Але одразу після новин на телеканалі «Київ» для всіх вас вкотре спілкування з депутатом Київської міської ради. Сьогодні це буде Сергій Костюк, представник Дарницького району, 6 округ. Також на сьогоднішній день Сергій Костюк є представником депутатської фракції «Удар Солідарність» і секретарем постійної комісії з питань екологічної політики. Прошу, одразу після новин досить активно долучатися. І вчорашня додзвонювачка, яка просила запросити Сергія Костюка до нашого ефіру. Будь ласка, я сподіваюся, що вчора ви таки недаремно телефонували, хотіли з ним поспілкуватися. Зробіть це, будь ласка, одразу після новини, новин спорту, щоб потім не було до мене як до ведучого нарікань, що не дали вам таку змогу. Прошу, будьте з нами, не перемикайтесь.